Мы приглашаем всех принять участие в благотворительной акции «Крепкая семья. Великая страна». А величие страны берется из величия людей. Но человек велик тогда, когда он строит великие отношения, когда он умеет дружить на всю жизнь, любить на всю жизнь, уважать родителей на всю жизнь, доверять друг другу на всю жизнь. Вот это все семья. Все эти качества воспитываются в семье. Давайте восстанавливать семьи, давайте возрождать нашу страну. Суть акции очень простая. Сделайте фотографию своей семьи, такой образ. И обязательно что еще сделайте? Напишите небольшой текст, одна из традиций вашей семьи, то есть то, что помогает вашей семье сохранять вот эту атмосферу. Что это за секрет вашей семьи? Поделитесь им. Мы хотим собрать тысячи-тысячи секретов и тысячи-тысячи фотографий, чтобы такая, знаете, пошла волна возрождения семьи. Вот давайте сделаем это. Чтобы эта мудрость, то, как эта семья создается, как поддерживается в ней атмосфера доверия, уважения, благодарности, чтобы этими секретами мы обменялись друг с другом, чтобы это расширило сознание всех нас, и чтобы это нас всех сделало еще более успешными в развитии семьи. Пожалуйста, принимайте участие, мы ждем ваши фотографии и ваши рассказы.